Коллектив из Гонконга Inch King стал победителем квалификации на чемпионат мира MSI Beat It, которая проводилась для команд из Азиатско-Тихоокеанского региона, выиграв приз в размере $1000 и оплату проезда на финалы. Всего на отборочных принимало участие 32 коллектива из Японии, Тайваня, Гонконга и Южной Кореи. В финальную стадию плей-офф из них пробилось же всего 8 команд. В гранд-финале зрители увидели гонконгское дерби, в котором тяжелую победу в серии Best of Three одержал коллектив Inch King. Таким образом, осталось 3 пустых слота из 12 возможных. Оставшиеся 3 квоты будут разыграны на финалах Юго-Восточной Азии, где команды вновь смогут попробовать себя в соревновательном Counter-Strike. Следите за новостями и не пропускайте самые интересные матчи в рамках этого ивента. Напомним, что LAN-финалы MSI Beat It пройдут в столице Китая, Пекине, с 23 по 24 ноября этого года. Команды на этом турнире поборются за призовой фонд в размере $22 000. Американская организация Complexity в скором времени отметит свое 10-е день рождения. В связи с этой круглой датой руководство Complexity решило отпраздновать свой юбилей сразу со всеми фанатами и поклонниками. Многие могут спросить, а как же это сделать? Ответ очень простой. Нужно анонсировать крупный турнир с неплохим призовым фондом, что, собственно, и сделали руководители этого проекта. Это было невероятное десятилетие, говорит Джейсон Лейк, который является менеджером Complexity. Спасибо всем, кто прошел этот путь вместе с нами. Спасибо всем фанатам и поклонникам нашей команды. Наш юбилей мы хотим отметить вместе с вами. Призовой фонд турнира по Counter-Strike Global Offensive, которую анонсировала организация, составляет $10 000. Изначально на финальную стадию турнира будут приглашены 4 команды, а остальные 4 будут выявлены путем квалификации. Стартовала традиционная онлайн-лига от проекта ESEA, лидера на американском рынке организации турниров по CSGO. В 15-м розыгрыше турнира не обойдется без наших коллективов. Natus Fincer и Astana Dragons будут принимать участие. В этом сезоне система проведения претерпела некоторых изменений. Выше инвайт. Европейский дивизион теперь состоит лишь из 9 команд, которым придется по разу сыграть с каждым из оппонентов. Карты были определены путем слепого жребия и уже известны. Кстати, используются стандартные карты без приставки ESEA. Организаторы пока не определились, какую версию The Train и The Mirage использовать на турнире, а поэтому было принято решение максимально отсрочить игры на этих картах. К слову, в американском дивизионе уже вовсю проходят игры на новом The Mirage от Valve и The Train VE от Volcano. На LAN-финалы, детали которого будут анонсированы немного позже, путевки получат 4 сильнейших коллектива по результатам 8 туров. Состав участников Invite дивизиона настолько плотный и сильный, что тяжело представить, кто может получить путевку на финалы. Во-первых, потому что основные игры будут проходить по интернету, во-вторых, действующий элитный лагерь по CSGO потихоньку начинает меняться, и команды с каждым турниром преподносят сюрпризы, обыгрывая тот или иной, на первый взгляд, лучший коллектив. А пока различные интернет-проекты анонсируют крупные турниры в различных киберспортивных дисциплинах, игра Call of Duty Black Ops 2, которая является не киберспортивной и в основном сосредоточена на казуальную аудиторию и людей, которые просто отдыхают за игрой, номинирована на премию Грэмми сразу в 4 номинациях. Игра поборется за награды за лучший саундтрек, лучшую музыкальную композицию, лучшую инструментальную аранжировку и лучшую инструментальную аранжировку с участием вокалиста. Грэмми – это официальная премия Американской академии звукозаписи, одна из самых престижных музыкальных награды в мире. 26 января 2014 года пройдет уже 56-я по счету церемония награждения Грэмми. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всем до новых встреч.